Едем! Идите! Мы едем уже где-то часа полтора. Едем на Балдеже. Погода у нас охренительная. На улице 21 градус, пасмурно. В общем, как все, я люблю. Красный. Ну и вот. Едем и едем. Непривычно, наверное, меня видеть за машиной такого остолопа, который нарушает правила дорожного движения на велосипеде. Ребят, Самара вообще очень нравится, очень чистый такой, приятный город, да. Но не то, что Тольятти, как бы, да. Чувствуется цивилизация, как бы, да. И дороги, разметка, как бы, да. Вообще, сок. Мне нравится. У нас получилось завернуть, там, короче, сплошная, мы туда не поедем, да? Мы же не нарушаем правила. Да? Очень крутые дворы. Ну, приехали. Приехали. Вот она, короче, смотрите. Мы тут совсем близко, да? Вот, а мы здесь, она там. Ну, в общем, нормально и так сойдет. Главное стоять. Главное ручник сюда. Вот, ручник главный. Давай. Люблю, целую, до встречи. Ты тебе, короче, обязан правильно там вести. Да. Вот что, ребят. Разложился наш уже, не коляй. У монет считай калека. Просто огненная. Надо ехать. Ну, в общем-то, ехать надо домой. Да, мы, короче, приехали на спутки. Будем сегодня привыкать к новому велосипеду. Николя все-таки должен тренироваться, да? Потому что покупать такой охеренный велосипед и не падать, это, короче... Неуважение к себе. Неуважение и глупо. Пампов у нас как таковых, ну, типа, нету. Ну, то есть съезжалки. Они очень круто помогают чувствовать велосипед. Так что на разгон. Непривычно. Теперь я прочувствовал всю боль педалек. Меня выкинул вообще в жопу какую-то. Начал выруливать, и здесь, видишь, соскользнул. Там, короче, дорожку размыло, и она, короче, стала чуть техничнее. То есть ты повернешь не туда, где-нибудь воткнешься в корень и улетишь. На самом деле на камере выглядит так, что тут ровно. На самом деле тут неровно. Мне очень понравилось. Я об этом говорил. Смотрите, тут яма. Она выше щиколотки, ну, по голень. Клоп. Как мы его назовем? Гангрена. У меня масло отсюда течет. Видите, да? Блестит. Мне кажется, вполне круто. Оно прям, видишь, сочится, смотри. Жесть. Короче, мне нужна теперь вилка. Не, ну в принципе, это понятно, что она мне нужна, как бы, да? Но стало еще понятнее. О, пузырится, да? Смотри. Вижу. Сильно прищел.
Приколы. Вот и поездили, блядь.